Федерация бокса России запустила социальный проект. Волонтеры спортивного сообщества оказывают адресную помощь людям, которые в период самоизоляции не могут позаботиться о себе в полной мере. Как проходит благотворительная акция в Люберцах, увидела наша съемочная группа. Здравствуйте, это социальная помощь. Вам привезли набор. За самым необходимым в период эпидемии масками и антисептиками ходить никуда не нужно. Средства защиты от вируса волонтеры Федерации бокса России доставляют на дом. Будьте здоровы, берегите себя, звоните по социальному номеру, мы обязательно приедем. Спасибо большое, огромное спасибо. Дай Бог вам всем здоровья. Всероссийская акция «Бокс помогает» стартовала 31 марта. За это время в городском округе Люберцы и ближайших к нему районах раздали более 2000 социальных наборов. В первую очередь помощь оказывают ветеранам, одиноким пенсионерам, а также малообеспеченным и многодетным семьям. Наши волонтеры выезжают на Федерацию «Бокс России», получают данные наборы, привозят наш городской округ, и мы это развозим до порога каждого жителя. В данной ситуации это очень значимо, так как не все люди могут себе позволить и выйти, во-первых, на улицу и купить. Для того, чтобы получить гуманитарную помощь или стать волонтером, достаточно позвонить на номер горячей линии Федерации бокса России 8 800 222 55 25. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.